Кандидаты в депутаты Мажилиса и Маслихатов от партии «Республика» продолжают поездки по регионам. Участники агит-турне прибыли в поселок Шиели Кызылординской области. Там родился председатель партии Айдарбек Ходжаназаров. Его земляки выслушали предвыборную программу, активно участвовали в дискуссии, рассказали о своих проблемах и внесли предложения по улучшению социальных условий. Больше всего вопросов задавали партийцам на тему образовательных перспектив для учителей. Члены партии подробно рассказали про это направление в своей программе. Они также посетили одну из местных ферм, которая занимается животноводством и сельхозпроизводством. Посмотрели условия труда рабочих, ответили на все интересующие вопросы. Следующая остановка участников агитбригады – город Кызылорда.